Представитель Российской Федерации при ООН Владимир Сафронков в должности всего ничего, а уже попал в историю. Собственно, до него в подобную историю попадал только Никита Хрущев, пытавшийся с помощью туфли достучаться до внимания Фредерика Боланда, председателя 15-й Генеральной Ассамблеи ООН в 1960 году, чтобы тот дал ему слово. Случай с Хрущевым оброс потом анекдотическими деталями. В легенде уже стали фигурировать и трибуна Госассамблеи, и Кузькина мать, чего, конечно, на самом деле не было. Тот эпизод, однако, потому и запомнился, что был казусом. Да и генеральный секретарь КПСС Никита Сергеевич представлял не советский дипкорпус. Кадровые мидовцы ничего такого позволить себе не могли. Содержательная сторона их выступлений порой вызывала раздражение, как позже вызывали дикие раздражения спичи российского представителя Виталия Чуркина, но внешняя форма соответствовала принятым международным стандартам. А с протокольными вещами у дипломатов вообще очень строго. Почему? Потому что подчеркнутая взаимная вежливость позволяет поддерживать необходимый контакт сторонам даже тогда, когда между ними идет война. Как военные говорят, что каждая страница в боевом уставе написана кровью, так и дипломаты вправе сказать, что веками наработанные пункты протокола – результат дорогостоящих проб и ошибок. Никакой войны нынче Британия и Россия не ведут. А Владимир Сафронков в обращении к британскому коллеге Мэтью Райкрофту нарушил все нормы, дипломатические и прочие, обратившись на «ты», требуя смотреть ему в глаза и не сметь оскорблять Россию. Снова и снова Россия злоупотребляет своим вето, чтобы защитить сирийский режим и использование им химоружия. И что Россия получила в ответ на 7 вето за 6 лет? Я вам скажу, гордость России за Астанинский процесс превратилась в унижение. Репутация России, доверие к России в мире отравлены токсичной ассоциацией с Асадом. Она предпочла встать на сторону варваров и преступников. Вы испугались? Сон потеряли? Что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами? Вы этого боитесь? Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому посмотри на меня. Глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Ты сегодня говорил, господин Райкер, не по повестке дня заседания. Оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания. Если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН, не смей оскорблять Россию больше. Совершенно дикий эпизод вызвал сомнения в том, что Сафронков – кадровый дипломат. Никакой внятной информации о его послужном списке в МИД РФ найти не удается, что только укрепляет подозрение в том, что миру было явлено фирменное хамство бывшего представителя какой-то мелкой российской силовой структуры. Манера официальных высказываний на грани фола, принятая спикером российского МИДа Марией Захаровой, видимо, была признана особенно удачной, и опыт решено было развить, добавить разнузданности и вывести на уровень ООН. Представитель Путина Дмитрий Песков прямо заявил, что ничего оскорбительного в поведении Сафронкова не усматривает, а Совбез ООН не место для проявления мягкотелости. Вот так-то. Очень характерно, что российское руководство больше беспокоит, чтобы их страну не сочли мягкотелой, но совсем не волнует, что ее посчитают просто дикой. По всем дипломатическим канонам Владимир Сафронков в борьбе за мнимое величие России унизил собственную страну,
Собственно, ее многократно унижал и унижает Владимир Путин, превратив вотчину коррумпированных кланов в ненавистного международного агрессора и покровителя иноземных правителей-изгоев, себя и свою страну. Представление в России о добре и зле, верхе и низе, черном и белом, настолько перевернуты стараниями пропагандистской машины, что безгранично низкое кажется там бесконечно великим. И в этом смысле поступок представителя Российской Федерации при ООН абсолютно точный штрих, нисколько не противоречащий общей картине современной «великой» в кавычках России. Не удивляйтесь, если Сергей Лавров встанет на четвереньки и облает журналистов из пула государственного секретаря Соединенных Штатов. Недавно в Москве он притормозил буквально в полушаге от этого поступка. Видимо, Россия все-таки еще недостаточно велика. Но ведь еще не вечер, не правда ли?